Канализационная система Шардары работает не на полную мощность. В этом признался сам аким района. Не скрыл он и тот факт, что существуют проблемы и в работе оттока сточных вод. Акимат уже взял с подрядной организации гарантийное письмо. В нем оговорен ремонт проблемных участков канализационной системы. Да, проблема с новой канализационной системой, построенной на миллиард тенге в городе Шардара, существует. После сдачи объекта проектная мощность системы не используется в полной мере. Из 120 улиц только 30% подключили к центральной канализационной системе. Для подключения 32 улиц была разработана проектно-сметная документация на 23 миллиона тенге. Не скрою, были случаи, когда система на нескольких участках забивалась. Этот вопрос у нас на контроле. Мы работаем с подрядчиками, который занимался строительством данной канализационной системы города Шардары. Бюджет района на 2017 год составил 13 миллиардов 215 миллионов тенге. На развитие района запланировано свыше 2 миллиардов тенге. Население Шардаринского района достигло 80 тысяч человек. Из 25 сельских округов края, подключенных к центральной водопроводной системе, жители 13 сельских округов. Остальные пользуются водой из колодца. Гидрогеология, я не барлажу мустар, жюкзульды. Для решения проблемы с питьевой водой проводятся гидрогеологические исследовательские работы почвы. По обеспечению Шардары и Косиит была проведена работа, и сейчас жители 24 часа могут пользоваться питьевой водой. На деньги, выделенные из областного бюджета, разрабатывается проектно-сметная документация для водоснабжения населенных пунктов Жаушекумского сельского округа и Айдарколь. Теперь, что касается газификации, строительство 17 ГРС будет продолжено. Объект запланировано сдать к 2018 году. Полная газификация сел Достык, Акалтын, города Шардары и села Турызбеков будет завершена через 3 года.